В жизни каждой девушки наступает момент, когда хочется чего-то нового и необычного. Как правило, это касается внешности. Постричься или изменить цвет волос – это дело привычное и никого уже не удивить. А вот серьезно изменить что-то во внешности – на такой шаг способна не каждая. Хотя татуаж или перманентный макияж пользуются спросом. Повторить форму бровей или губ звездной знаменитости мастеру иглы не составит труда. Это практически безболезненная процедура, но есть и свои минусы. Это индивидуальная непереносимость или вероятность инфицирования в случае недостаточно тщательной обработки инструмента. Все инструменты и иглы должны быть одноразовыми. Поэтому, если вы все-таки решились на эту процедуру, выбирайте косметолога скрупулезно. Иглы кого-то делают действительно привлекательнее, а кого-то калечат. В погоне за красотой мы мало задумываемся о серьезной опасности. Во-первых, сама процедура. Если татуаж проводится в антисанитарных условиях, уже повод задуматься о безопасности здоровья. Во-вторых, химическая краска, попадая в кровь, вызывает реакции, которые приводят к различным заболеваниям, таким как герпес или гепатит. Молодежь у нас пользуется косметическими салонами, где имеется заражение, где отмечается также рост цитомегаловирусными инфекциями, вирус простого герпеса, а самое главное – это гепатиты. Молодежь у нас ходит часто в косметический салон и делает пирсинги, татуаж. И они не задумываются о том, что имеется профилактическая направленность. По словам специалистов, любительницы перманентного макияжа со временем попадают в группу риска онкологических заболеваний. При повреждении кожи лопаются капилляры, и краска, попадая в кровь, отравляет организм человека. Кожа бывает легко ранимая, тонкая кожа бывает, и поэтому идет кровоточивость, потому что близко расположены капилляры, вот, близко расположены капилляры, поэтому также герпетические инфекции, герпес, когда делают тату губ, вот, оно обязательно проходит с герпетическими проявлениями. Чтобы не было этого, не допустить, чтобы это, необходимо молодежи самим задуматься о том, что необходимо в первую очередь думать, защитить себя от этих инфекций. В первую очередь мы должны целенаправленно уже говорить о том, что они должны иметь свои инструменты, личные инструменты. И в первую очередь это прививка. Прививка от гепатита В. Если без тату все же не обойтись, стоит последовать совету уважаемого медика. Иметь собственную машинку и все принадлежности. Иглы, краску и колпачки. А еще проверить надежность и профессионализм мастера. Ведь все, что перманентно, значит временно. Сегодня в моде брови на взлет, а завтра прямая форма. А вывести татуаж гораздо сложнее и дороже, чем нанести. Так что лучше придерживаться естественной красоты.